Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Трегубова і наш гість сьогодні – заступник начальника управління боротьби з незаконним обігом наркотиків у МВС України в Миколаївській області Віталій Петрович Сологуб. Вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Будемо говорити про боротьбу з наркотичними речовинами, з людьми, які їх розповсюджують і залучають підлітків, молодих людей, вже дорослих людей до цього зілля. Нічого хорошого в цьому немає. Будемо говорити про такі собі, скажімо, новітні технології, новітні наркотики і будемо дізнаватися, що можна зробити для того, щоб це зілля, ця дуже погана річ не розповсюджувалася в нашому суспільстві. Будемо сподіватися, що ця боротьба буде вдалою і наша розмова буде корисною. У нас є номер телефону, за яким можна телефонувати і долучатися до нашої розмови, розповідати свої факти, свої історії. Можливо, у когось є історія того, що його людина, його близька людина подолала таку хворобу, залежність від наркотиків. Кажіть про це, тому що це також буде додавати нам оптимізму в тому, що можна все ж таки подолати цю хворобу, і це дуже таке погані дії, які є в нашому суспільстві. 76-92-42, наш номер телефону, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Когда мы готовились, да, к эфиру, Виталий Петрович, вот я встретила такой дизайнерские наркотики. Это что-то совершенно новое. Что это такое? Значит, дизайнерские наркотики – это новое для Николаева, для Украины. К сожалению, мы перенимаем не только позитив, но и негатив. И если переводить с английского, это проектировать или разрабатывать. Если говорить простым языком, к сожалению, у нас находится достаточно химиков, которые разрабатывают новые химические формулы, новые виды наркотиков. Ну а если простым языком говорить, эти химики пытаются уйти от определенных государством запрещенных химических формул, то есть отнесено что-то к наркотикам, что-то к психотропам. Они видоизменяют эти формулы или изменяют уже действующие наркотики и появляются на свет новые синтетические наркотики, то есть не натуральные, а синтетические, которые в десятки раз сильнее действуют на организм человека, чем предыдущие. Если брать, примером, давайте возьмем 80-е годы, когда появились экстази. Их, в принципе, вначале относили к дизайнерским наркотикам, и самая большая проблема в чем? Что государством определены определенные химические формулы, что относится к наркотикам, что к психотропам, сильнодействующим, ядовитым. И когда появляются новые химические формулы, то есть эти дизайнерские наркотики, они, к сожалению, первый период не запрещены к обороту, то есть те, которые специализируются на сбыте наркотиков, они берут их на вооружение. Естественно, для этого и создана служба БНОН, для этого есть специальные государственные службы Министерства охраны здоровья. Мы пытаемся их выявлять и максимально быстро вносить в перечни наркотиков или психотропов для того, чтобы они были запрещены. Я уже говорил, первый пример – это был вариант с экстази. Следующие варианты – 2000-2005 года, которые затронули и Украину, и Николаев – это так называемые курительные миксы, спайсы, курительные смеси, с которым мы уже воочию, в принципе, все столкнулись с этим злом. Да, может, мы в какой-то период опоздали с этим вариантом, не осознали ту угрозу, которую она несла. Ну, на сегодняшний день мы тотально отслеживаем эти все варианты, и как только появляются новые виды наркотиков или психотропов, то мы максимально быстро их вносим постановую запрет. Ну вот спайсы, курительные смеси, да, сначала это просто было в свободной продаже, да, насколько я помню, и в принципе считалось, что это просто какой-то такой новый вид табака, да, для усиления там эффекта, удовольствия и так далее. А сейчас уже доказано, и не только вы вот как специалист от милиции, да, но и психиатры уже, доктора, да, говорят о том, что действительно это очень
Это доказано, что это наркотик, это уже зависимость, зависимость, причем насколько вот мы общались с людьми, которые занимаются реабилитацией наркозависимых, да, врачи, то они говорят, что к спайсам вообще, во-первых, быстрее привыкают гораздо, зависимость еще тяжелее, чем от чего там от такого более простого. И еще, как вот психиатры делились, говорили, что в принципе непонятно вот что потом. Потому что если какой-то есть алгоритм действия по лечению людей, зависимых от каких-то более простых, уже известных наркотиков, то здесь, ну, как где выстрелит, непонятно, какая реакция у человека будет. А, давайте поговорим, как это выглядит все, как их употребляют, ну, курят, да, и что еще с ними делают? Это миксы для кальяна, или это трубка, или что это, или сигареты? Как это? Значит, ну, давайте начнем по порядку. В принципе, я перед этим говорил Spice. Spice – это всего лишь торговый бренд. Есть масса других вариантов, но как-то так пошло, что все называют Spice. Есть понятие… То есть это просто название? Это торговый бренд просто. И проще, наверное, и правильнее будет говорить курительные миксы. Ну, кроме, будем так говорить, курительных миксов, есть достаточно других вариантов и соли, и пилсы, и все остальное. Это все и относится к дизайнерским наркотикам. По воздействию, естественно, они чуть-чуть отличаются друг от друга. Если говорить о курительных миксах, в принципе, для всех приемлемо, ну, или, наверное, привычней всем это воспринимать, это как пакетик квадратной или прямоугольной формы с фольги, или пакетик с полиэтилена, в котором находится определенная растительная масса там, зеленого, зелено-желтого, зелено-бурого цвета или зелено-коричневого, неважно какого цвета. Суть в чем? Берется определенный порошок. И растительная масса, неважно какая, вымачивается в этом порошке. Отследить или определить, какая там будет дозировка, это крайне сложно. То есть с этим и были связаны определенных вариантов передозировок. То есть в основном приемлемо для наших молодых людей, к сожалению, это употреблять их в виде курения или через самокрутку, или через сигарету, или через аромалампу, или через бутылку пластиковую. То есть это и через... дыхать можно? Да, или через пипетку. Это если говорить о курительных миксах. Если говорить о солях, что гораздо опаснее, идет привыкание с первого-второго раза, это... В принципе, белый порошок, который употребляют или простым языком нюхают, или разводят в воде, или выпивают, или разводят в воде, или внутривенные инъекции производят. Если говорить о пилсах, это так называемые таблетки, то, естественно, их употребляют перорально. Если говорить о курительных миксах, то, в общем-то, порошок, в котором его... ну, которые используют для вымачивания растительной массы, это чем-то сродни похоже на соду. Ну, слава богу, пока у нас идут варианты только в курении. Если бы были порошки, то это были бы передозировки и смерти. Но, к сожалению, молодые люди, когда, которые постоянно их употребляют, они со временем к этому и приходят. Доза увеличивается, да? Да, ну, идет привыкание организма, и требует организм все больше и больше дозировок. И, к сожалению, цены-то, в общем-то, на это синтетику небольшие. Курительные миксы – это синтетический аналог тетрагидроканнабинола, простым языком – марихуаны, но сильнее в 10-20 раз. А за счет чего? Вот вымочили его в чем-то? Какое-то химическое вещество? Это химическое вещество, созданное, будем так говорить, алхимиками. И иногда, ну, непредсказуемый эффект, потому что, будем так говорить, непонятно, с чего оно сделано. Если брать по привычке, то все считают это синтетический тетрагидроканнабинол. Но могут быть и вариации, какие угодно, которые очень тяжело даже медикам определить. Вот если человек пребывает в состоянии, от чего его спасать, от чего его лечить, как его выводить с этого состояния. Ну, вот эти вот курительные смеси – это уже результат. Это то, да, что уже вот можно купить и употребить. Да. А делается это где? Это в Украине, может быть, где-то у нас. То есть вот как вы же с этим боретесь? Вы накрываете, это же должна быть лаборатория. Мне так кажется, дома не сделаешь. Значит, так говорить, вымачивать их можно и в основном производят их в виде растительной массы, то есть вымачивают. Это уже на территории Украины. Но сами порошки заходят, будем так говорить, в основном на сегодняшний день, это из Китая. Каким путем? Ну, это уже,
как говорят, есть нюансы морским, воздушным, ну, железнодорожным. То есть это как контрабанда, да. А да. Вы сотрудничаете с таможней в этом плане? Естественно. То есть они знают, на что обращать внимание? Естественно, таможенники прекрасно это понимают, и мы, в принципе, с ними определялись в этом направлении, но... Будем так говорить, один вариант, это если бы оно заходило, ну, слава богу, этого нет через через порты города Николаева, но этого нет, слава богу. Есть, к сожалению, открытые границы, откуда оно и просачивается. Давайте перейдем к борьбе вот с этими людьми уже, да, которые распространяют эти же самые спайсы, будем говорить, курительные смеси. Есть у нас общественная организация «Кордон», которая себя позиционирует как активного борца вот с этим всем делом. Они, в принципе, насколько я понимаю, сотрудничают с милицией и с вашим управлением тоже. Каковы результаты? То есть насколько, ну, вообще в принципе, удачно это все, эта деятельность? Будем так говорить простым языком, мы благодарны неравнодушной позиции общественников, и благодаря их усилиям, ну, на сегодняшний день открытой торговли курительными миксами на территории города Николаева нет. На сегодняшний день, да, и, к сожалению, это есть. Есть такая же торговля, как опием, марихуаной, героином, там, экстази, там, метамфетамина, амфетамина. То есть оно все скрыто, потому что на сегодняшний день за это предусмотрена уголовная ответственность, то есть как сбыт наркотических средств или психотропных веществ. Но здесь отягчающий еще признак идет того, что они относятся к особо опасным психотропным веществам. И, как говорят, те, которые осуществляют их незаконный сбыт, принимают все меры, как говорят, конспирации. Да, на тот момент были нюансы, когда продавались эти курительные миксы с торговых точек, которые открывались там на день, на неделю или на рынках с торговых лотков. Ну, к сожалению, на тот день они не относились к группе запрещенных, и там была предусмотрена только административная ответственность за их сбыт. На сегодняшний день, слава богу, такой открытой торговли ими нет. То есть законодатель ужесточил наказание, да, что за... Ну, наказание почему же они скрылись-то? То есть, все равно административная ответственность? Нет, на сегодняшний день предусмотрена уголовная ответственность вот, за их сбыт, потому что они все отнесены к особо опасным психотропным веществам. И за это есть уголовная ответственность, предусмотренная статьей 307 Уголовного кодекса, где идет ответственность от 5 до 12 лет лишения свободы. То может есть, быть, кого-то это, да, в принципе, я же вначале говорил, если появляются новые, да, от этого никто не застрахован, и во всех странах это есть. То есть люди на этом наживаются, и они разрабатывают дальше новые химические формулы, новые виды. Мы пытаемся их выявлять, и выходим на Министерство охраны и здравоохранения, которое их вносит в перечень запрещенных. То есть то, что запрещено, зато и есть уголовная ответственность. Вот воздействие. Мы уже начали, вы уже сказали, да, что привыкание там по одному из видов идет буквально с первого, второго приема. Какое вот воздействие? То есть, ну, человек хорошо там покурил, подышал, принял внутрь, выпил. Дальше. Как он выглядит? Возможно, это близкий человек, то есть кто-то увидит, то есть куда бежать, что делать, как должен выглядеть человек, когда уже надо все-таки звонить во все колокола и обращаться за помощью к специалистам. Давайте начнем, будем так говорить, постепенно. Да. У каждого есть там внуки, дети, и будем так говорить, и родители, и бабушки, и дедушки прекрасно знают, как себя в стандартной ситуации ведет их чадо. Я бы подразделил на три типа воздействия эти курительные миксы. Первое – это местные реакции, второе – это центральные реакции, и третье – это токсические реакции. Если брать по местным реакциям, то это, ну, будем так говорить, это может больше молодых бычат поставило на место. Это слезоточение, это кашель, это фарингиты, ларингиты, потому что это бронхиты, потому что это идет воздействие на дыхательные пути. То есть это не удовольствие, а наоборот дискомфорт. Да, и велика вероятность, к сожалению, злокачественных опухолей. То есть это полость рта, гортани, глотки,
бронхов. Просто если, так сразу или при длительном? Ну, будем так говорить, они воздействуют, а как будет реакция организма молодого человека, тут уже... То есть, что запустится, да, какие да. процессы? Если брать по центральным реакциям, это беспричинный смех, плач, эйфория, это галлюцинации, человек не может сосредоточиться, это полная потеря контроля за своими действиями. И, к сожалению, у молодого человека, если он начинает ну, более-менее постоянно употреблять, это снижение внимания, это ухудшается память, это замедляются мыслительные реакции, это появляется, что очень опасно, склонность к депрессиям и суициду. И, будем так говорить, на Украине были факты, когда молодые люди выходили с 5-го, 8-го этажа, с балконов, с окон. И если брать по токсическим реакциям, это потеря сознания, это может быть кома, это скачки давления, это рвота, тошнота. В принципе, как я вначале говорил, никто не может рассчитать дозировку. То есть, если первый раз он там одну самокрутку покурил, ему было нормально, то второй раз самокрутка может его привести в токсическое отделение БСМП. И, в принципе, к сожалению, наши врачи с этим неоднократно сталкивались, когда молодых людей пытались по трое суток вывести с этого состояния. Но это мы сейчас больше говорили просто о влиянии на организм. Если брать о внешних признаках проявления, то опять-таки, смотря когда молодое чадо вернется домой. Если брать первые реакции, ну, 20 минут, то это однозначно нарушение координации движения, это заторможенность, это дефекты речи, это, ну, бледность, учащенный пульс. Немаловажно, чтобы родители смотрели, это мутный, покрасневший глазок чада, это суженные или расширенные зрачки. Опять-таки, почему или сужен, или расширен? И никто не знает, что там было внутри. Это мы сейчас говорим о курительных миксах, или так сказать, о курительных смесях. Если говорить о соли, то, к сожалению, оно само собой говорит, это или человек вдыхает через ноздри, или внутренние вены реакции. Тут реакция гораздо сильнее и быстрее. То есть у некоторых молодых людей может уже с первых раз идти привыкание к этому. И, к сожалению, каждый раз ему нужно будет больше и больше, потому что он захочет получить определенное удовольствие. И здесь уже идет однозначно это тревожное состояние, это дергание челюстью, может быть, это желание делать какую-то работу, но эта работа будет бестолковая. Это бредовые идеи, там, ну, я не знаю, что там, спасти мир, может быть. Это невероятный прилив энергии. Но это опять-таки, когда молодой человек употребил. А вот когда это уже уходит, тут реакция чуть-чуть по-другому идет. Это сонливость, это депрессия, это нарушение сна, нарушение аппетита. И вот это родителей должно обязательно насторожить. Потому что просто так нарушение аппетита, сна и прилив энергии никогда просто так не бывает. Это результат употребления чего-то. И в этой ситуации однозначно родителям, будем так говорить, паниковать не надо. Потому что, ну, во-первых, мы, кроме того, что документируем квалифицированные составы преступления, мы однозначно взяли на вооружение проведение встреч с молодыми людьми, студентами техников, ПТУ, высших учебных заведений. И эти встречи нас просто вогнали в шок. Почему? Потому что молодые люди считают это считают нормальным, считают нормой. Почему бы мне не вкусить определенных удовольствий? Это все бесследно пройдет. То есть у них такая трактовка. Раз, два, а потом уже поздно. И мы пытаемся им довести последствия. Довести не просто на словах, а мы показываем им видеоролики. То есть, как молодой человек себя ведет после употребления. И если в начале разговора идет какой-то смех, то под конец разговора уже настороженность, связанная с тем, что они увидели, или связанная с тем, что они осознают, что они пошли не по тому пути. Но
Вот это самая большая проблема, что они не осознают той опасности, которая это все ведет. Они легковажно трактуют, что это все нормально, но будет прилив энергии, будет хорошо. Ну вот такие встречи, да, они позитивно влияют. То есть кто-то задумался, кто-то, если там уже один раз попробовал, испугался, увидел вот последствия и тут же прекратил или обратился за помощью. А вот те, кто не попали на встречу, но уже пробуют, и это заметили родители. Вот что им делать? Ну, перво-наперво, это родители должны с молодым чадом поговорить, но не поговорить не тогда, когда они заметили, когда он в этом состоянии каком-то пришел. Да, когда он уже... То есть, например, прошел какой-то промежуток времени, то есть, например, утром или в обед, когда там чадо проснется, то есть они должны... Ему объяснить, мне кажется, да, не агрессивно, да, объяснить, что это, там, хотя очень хочется, да, что это повлияет на его здоровье. То есть это сказывается опять-таки на центральной нервной системе. То есть нарушение памяти будет у него, координация движений. То есть если передозировка, он может стать инвалидом однозначно. То есть он должен это понять. И что это может привести к конфликту с законом. То есть у него какая-то цель в жизни есть, он чего-то хочет добиться, а это и по медицинским показаниям, и по нашему направлению деятельности это будет его препятствием, это раз. Во-вторых, они не должны отвернуться от чада, сказать, все, ты наркоман. Нет, это ваш ребенок, и вы заботитесь о нем. Но в-третьих, они могут пообщаться или с психологом, или с представителями общественных организаций. В этой ситуации все методы... Разумный. Ну, обычно, да, обычно ребенок родителей вот в таком состоянии, когда он уже вот пошел на конфликт с ними, вряд ли так слушают, да. Чтобы они ему хорошего, умного там не говорили. Наверное, все-таки, да, надо привлечь кого-то, может быть, знакомых, которым он доверяет, друзей, преподавателей, психологов. Да. Может быть, вообще постороннего человека, пусть это будет психолог, который поговорит, да, профессионально. Ну, будем так говорить, молодой человек тоже с радостью не пойдет для начала. Ну, естественно, да, надо что-то придумать, вот тут вот включается уже фантазия. Они должны, да, попробовать все на понедельник. Пусть возьмут, найдут в интернете какой-то видеоролик и покажут молодому человеку. Вот, смотри, вот твои последствия. Или пойти по пути другому, что у молодого человека должно быть, будем так говорить, в некотором смысле отвращение к себе и к тем, кто употребляет. То есть он должен воспринимать тех, кто употребляет это, ну, может, я некорректно скажу, в виде бомжей. То есть, ну, какой-то Рубикон должен быть, через который ему будет не совсем приятно переступать. Да, они, к сожалению, те, которые осуществляют сбыт этих курительных миксов, они позиционируют их как благовоние. То есть оно безопасно, это на основе трав там. И всего ну остального. Вот они же, смотрите, они же не сами это как бы вот придумывают, скажем так. Это не фантазия молодого человека, это кто-то вкладывает. Давайте теперь перейдем к тому, что делают ваши сотрудники для того, чтобы ну, не было этого распространения. Понятно, фантастика прекратить это совершенно. Ну, это, к сожалению, понятно. Невозможно. К сожалению, ни в одной стране, ни в одной стране, да, это есть. Невозможно. Это просто такое идеальное будет общество, если не будет ни преступников, ни наркотиков, ничего плохого. Но все-таки что-то делается. Что конкретно? Ну, значит, ну давайте пойдем постепенно. То, что встреча с молодыми людьми, я думаю, это, ну, будем так говорить, предотвратить это самое главное, это раз. Второй вариант, мы, естественно, если выявляем какие-то новые психоактивные вещества, мы пытаемся максимально быстро внести их в запрет. То есть желающих отбывать наказание в местах лишения свободы тоже таких нет. Во-вторых, мы осуществляем свою оперативно-розыскную деятельность для выявления этих направлений деятельности. Ну и, будем так говорить, в-третьих, хотелось бы, чтобы родители в этот момент включались. То есть родители должны смотреть, и не должно быть им это табу, что у ребенка в кармане, в каком состоянии он пришел. Откройте его переписку в интернете, посмотрите, откройте смс-сообщение в мобильном телефоне, вы прекрасно все поймете, если что-то не так. Нашли какой-то пакет фольги, бейте в колокола уже. Увидели, в каком состоянии пришел у вас ребенок, тоже бейте в колокола. Я понимаю, что работа, заработок – это самое главное, но терять чадо – это не главное. Ой, это чревато. То же самое, подключайте психолога в этом направлении. В принципе, если вы пошли где-то посмотрели или увидели компанию недостойную, обратитесь в органы внутренних дел, потому что молодое чадо где-то должно это найти. Понятно, что наркобизнес не зря это называется, то есть первый раз, второй раз это бесплатно дается, но это опять-таки дается в определенной компании, опять-таки через кого-то. Оградите ваше чадо от общения с этой компанией,
объясните ему, что это вредно. Увидели где-то, он что-то пошел, увидел где-то, потому что очень часто это осуществляется через закладки, через все остальное. Позвоните на линию 102, сообщите, напишите заявление, даже пусть оно будет анонимное в органы внутренних дел. То есть все методы правомерны будут в этой ситуации, и может в комплексе они и помогут в чем-то. То есть какой-то другой человек уже в это не влезет. Не будет тян. Спасибо большое. К сожалению, наше время истекло в эфире. Я уверена, что вы придете к нам еще. Мы будем продолжать эту тему, потому что это важно. Спасибо вам большое за этот эфир. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами, з телеканалом Миколаїв. А від себе хочу додати, що у нашій родині, у наших сім'ях повинні бути такі відносини, щоб довіряти один одному. Ви довіряєте своїй дитині, і вона буде довіряти вам. І тоді ви не будете доводити до того, щоб слідкувати за ним, щось перевіряти, коли дитини немає вдома. Намагайтеся зробити так, щоб відносини у родині були відвертими. І тоді все буде добре. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.